Primer HD универсальный. Это средство для подготовки кожи к макияжу. Праймер питает и выравнивает кожу, повышает стойкость макияжа, стирает несовершенство кожи. Пометка HD говорит о том, что этот праймер создает эффект фотошопа в жизни. Подходит для любой кожи, для любого возраста. Матирующий праймер для подготовки комбинированной и жирной кожи к макияжу. Этот праймер уменьшает жирный блеск кожи, выравнивает рельеф, сохраняет матовость и стойкость макияжа на протяжении длительного времени. Этот праймер рекомендован для тех, кто борется с жирным блеском кожи. Визажисты доверяют этому средству, поскольку оно надежное и удовлетворяет потребности их клиентов. Средство для мгновенного выравнивания рельефа кожи. После его нанесения становятся менее заметными мелкие глубокие морщины, а также расширенные поры. Этот праймер создает эффект идеальной гладкой бархатистой кожи. За счет высокого содержания производных силикона средство не рекомендуется для частого применения. Нейтрализующий праймер для подготовки кожи к макияжу. Это очень эффективный способ коррекции покраснений кожи. Праймер выравнивает тон и рельеф кожи, визуально убирает покраснение и повышает стойкость макияжа. Рекомендуется для кожи, страдающей хронической краснотой и периодическими покраснениями. Корректирующий праймер для подготовки кожи к макияжу. Этот праймер выравнивает неоднородный пигментированный тон кожи, нейтрализует чрезмерную желтизну кожи. Рекомендуется для тех, кто хочет осветлить и освежить кожу и визуально омолодить ее. Минеральный BB-крем. Тонирующее средство, ухаживающее за кожей. Увлажняет кожу, делает ее визуально ровнее и маскирует недостатки. Подходит только для светлых оттенков кожи. Содержит SPF-фильтр 8. Многофункциональные кремовые корректоры. В зависимости от цвета используется для коррекции недостатков кожи или для моделирования рельефа лица. Имеют среднюю плотность и очень пластичную текстуру. За счет этого они максимально естественны на коже. Консилеры для маскировки темных кругов под глазами. Желтый консилер маскирует сиреневый оттенок кругов под глазами. Персиковый консилер маскирует синие круги под глазами. Они не перегружают тонкую кожу век, не выделяют морщины и не подчеркивают сухую кожу. Палитры корректоров для маскировки дефектов кожи. Кремовая текстура корректоров очень хорошо маскирует недостатки кожи, но при этом выглядит незаметно и оптимально даже для повседневного использования. Очень популярные кремовые хайлайтеры. Легко наносятся и растушевываются пальцами, кистью или спонжем. Создают сияние изнутри, если нанести полностью на всю кожу лица и декольте, и шелковое свечение на объемных точках. Не перламутровые, а именно сияющие хайлайтеры, которые так ценят профессионалы. Кремовые румяна. Оптимальны по текстуре, не слишком жирные, очень комфортные, стойкие, дают естественное сияние, свойственное здоровой коже. Их текстура подходит для любого типа кожи. Покрытие от сверхлегкого до более насыщенного, в зависимости от желания и задачи в макияже. Наносить пальцами или кистью с искусственным ворсом.
тональный крем средней плотности для сухой и нормальной кожи. В состав крема входят увлажняющие компоненты, которые ухаживают за кожей. Его легкая текстура позволяет добиться естественного эффекта, не перегружая кожу. Поэтому он так хорош даже в повседневном макияже. Минеральный тональный крем HD создает эффект отретушированной кожи, эффект фотошопа. В состав крема входят ухаживающие минеральные и увлажняющие компоненты. Формула этого тонального средства не содержит масел, поэтому он подходит для жирной и проблемной кожи в том числе. Почему многие профессионалы делают выбор в пользу стойкого тонального крема? На это есть несколько причин. Он подходит для любого типа кожи и особенно для кожи, склонной к жирности. У этого тонального крема очень хорошая перекрывающая способность, поэтому его использование рекомендуется при проблемной коже. Отличная стойкость этого тонального крема говорит о том, что его можно использовать каждый день, даже в жаркое время года. Компактный тональный крем-ретушер. Интересный факт. Он почти не имеет липкости после нанесения на кожу. Наносите его на кожу лица, а при желании и на шею, и декольте, объемной нейлоновой кистью или бьюти-спонжем. Вы удивитесь, насколько максимально выравнивающий эффект дает этот крем на вашей коже. В том числе этот тон можно использовать и для точечной коррекции недостатков кожи, и для высветления и корректировки области под глазами. Цветная кремовая текстура особо любимая визажистами для творческих работ. Приятно и легко наносится и тушуется. После дублирования тенями или пигментами дает нереально стойкое покрытие. В том числе крем-краски используются и как подложка в салонном виде макияжа. Классический вариант румян для любого вида макияжа. Мягкая шелковистая текстура прекрасно наносится и легко тушуется на коже. Сухие румяна мы рекомендуем наносить на уже припудренное лицо кистью из натурального ворса. Оттенки можно смешивать между собой для получения необходимого варианта. Сухие хайлайтеры для создания эффекта сияющей кожи дают равномерное легкое свечение. Наносите объемной кистью или веерной кистью из натурального ворса. Сухие хайлайтеры – это очень актуальный продукт и для любителей, и для профессионалов. Моделирующая пудра для создания светотени на лице, для усиления скульптурности лица. Светлые оттенки наносятся на более объемные точки, темные – на более углубленные детали. При помощи этих корректоров можно создать очень мощные визуальные иллюзии в макияже. Например, обозначить скулы, уменьшить нос, сделать более узким лицо. Запеченная пудра – это очень удобный формат, который сейчас выбирают и визажисты в том числе. Варианты использования пудры. Наносите спонжем или кистью поверх тонального крема для фиксации тона и бархатистого эффекта. Или наносите сухим или влажным спонжем для создания более легкого покрытия. Эта пудра идеальна для повседневного макияжа. Основа этой пудры является уникальный, чрезвычайно мелкий минеральный порошок. Прозрачная ультралегкая пудра делает кожу абсолютно ровной и шелковистой.
и придает ей сияние. Пудра идеально матирует кожу без изменения ее естественного оттенка. В состав пудры входят ухаживающие минеральные компоненты, а формула не содержит талька, который зачастую пересушивает кожу. Матирующая пудра – это очень эффективное средство для кожи, склонной к блеску, комбинированной и жирной. В том числе, эта пудра незаменима для фото- и видеосъемок, когда нужно убрать лишнее бликование с кожи. Наносите пуховкой или кистью, в зависимости от необходимого результата. Перламутровая пудра создает эффект сияющей кожи. Ее можно наносить в небольшом количестве на все лицо, но в случае с жирной кожей этот вариант исключается. Или как хайлайтер на объемные точки лица. Исключительно красиво эта пудра смотрится на области декольте и шеи. Наносите также пуховкой, которая есть в банке, или кистью. Фиксатор макияжа – это средство, которое необходимо каждому современному визажисту. Распылите его поверх готового макияжа, и вы удивитесь, насколько продлевается стойкость макияжа. Направляйте струю фиксатора не прямо в лицо, а распыляйте над лицом, задранным вверх, для того, чтобы капли фиксатора осели на коже и надежно закрепили макияж.